Всем привет, ребята, я Маша. Добро пожаловать на мой канал. Открываются новогодний сезон видео. Видео перед Новым годом, после Нового года. Все равно начиналась зима, и вот это все, вот эта атмосфера, мне кажется, каждый это любит. И поэтому в этом видео мы будем с вами украшать комнату. Но небольшое предисловие. Когда я делала генеральную уборку, в моем шкафу лежала гирлянда. Потом я решила ее куда-то положить, либо к остальным елочным игрушкам, ну, в общем, я ее так и не нашла. Она была достаточно крутая, потому что ее можно было говорить сейчас на мой фон, который сейчас, и оно бы светилось разноцветными цветами и так далее. Ну, мне кажется, самая крутая гирлянда, которую когда-либо я видела. И своих друзей попросила очень-очень рано прийти. Мы украсили комнату на 4 часа, потому что снимали одно интересное видео, вы совсем скоро его увидите. По крайней мере, в этом месяце точно. И, к сожалению, сейчас этой атмосферы нет, потому что все гирлянды приносили мои друзья, они тоже нужны для снятия видео. И, следовательно, только на 4 часа эта прекрасная, уютная атмосфера была у меня в комнате. Но, несмотря на это, все равно комната должна выглядеть очень так, ну, по-новогоднему. У меня достаточно много игрушек для елки. Об этом мы поговорим в каком-то видео про мои планы. Я расскажу вам о видео, которых вас ждут, сезон влогов и так далее. Но это будет чуть позже, я планирую совсем скоро это снимать. Насчет елки поговорим, насчет камеры, ну, в общем, все актуальные вопросы, которые надо решить и объяснить, как вы вот так вот, как я люблю, поговорим. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, потому что там вы можете написать какие-то вопросы, к примеру, совсем скоро я начну снимать вопрос-ответ. Точнее, он уже отснят, его надо немножко помонтировать, а так он скоро выйдет. Надеюсь, тоже в следующем месяце, уж точно, или в этом, не знаю. Ну, в общем, обязательно напишите либо в комментариях, либо в социальных сетях, я обязательно оставлю ссылку в описании. Можно написать где угодно, правда. Есть и группы, в которые ты можешь написать обсуждение, какое их видео ты хочешь увидеть на моем канале. Также можешь написать в моей собственной страничке, в закрепленной записи, свой определенный вопрос. Только не надо повторяться, это в плане цвета, в плане куда ты ездила этим летом, потому что на эти вопросы я уже ответила. Это какие-то интересные вопросы в плане, не знаю, вот честно. Какие-то очень интересные, такие заманчивые вопросы, прям, очень хочу от вас задумать. Ну что ж, не будем затягивать, я обожаю говорить, потому что, да. Давайте начнем украшать комнату, я расскажу, как это сделать, и поехали. Ребята, а вы знали, что у меня есть своя группа во ВКонтакте? Там ты можешь перейти по ссылке и посмотреть определенное видео. Также написать, какое видео ты хочешь видеть. Обязательно переходи по ссылочке в описании и подписывайся. Нам надо достать нужные вещи. Там у меня лежат фотографии, они нам точно понадобятся. Откладываем их в сторону. Здесь же у меня лежит пенал. Кстати, вот эта штука нам точно понадобится. Happy New Year. Среди всего этого я откопала золотые блестки елочки. У меня еще есть такие зеленые. Тоже это видите? Да, это гирлянды снежинки. Также у меня есть наклейки с Новым годом Барбапапы. Смотрите, как много гирлянд. Я думала, они все пропали. Так вот они где. Ну что ж, а начнем мы со стола. Не волнуйтесь, рисовать плакаты сегодня мы не будем. Золотую гирлянду повесим на панно. Этого нам понадобится всего лишь скотч. На маленькие кусочки скотча клеим нашу золотистую гирлянду.
После того, как закончили, можно расставлять все эти вазочки, различные подставки. И вот что у меня получилось. Кстати, фотографии уже на панно. Теперь у нас идут снежинки. Их мы будем привязывать на вот эту веревку, которую я купила в моде, как и прищепки. Ну и последний этап – это гирлянда. Также у меня висит котик и мой календарь, где отмечены даты выхода видео. И статуэтки из разных стран. Разноцветной гирляндой мы обвиваем суккуленту. Также на столе у меня стоит развернутый ежедневник, который очень хорошо подходит под тематику Нового года. Кей сказала вначале, вместе с друзьями мы украсили комнату. В комнате был небольшой творческий беспорядок. Как же красиво получилось. Очень ярко. Настолько атмосферно, что хочется находиться здесь вечно. Полку одного из моих шкафов я украсила статуэтками, различными светящимися игрушками, а также повесила сапог и гирлянды. Но это было все. Не забудь подписаться и поставить лайк.